Сегодня я вам покажу топ-5 домиков, как обустроить свой дом на Новый год. Юлия, 12 лет, живет в городе Среднеуральск, любит играть в Роблокс, хотела бы научиться рисовать, любит животных. У нее дома 3 домашних питомца, это шпиц Ричи, кот Кузя и кошка Муська. Обалдеть! А что это за замок? Давайте посмотрим. Обалдеть, ребята, как тут красиво! Деть! Вот это да! Я в шоке. Это кухня мечты. Это реально кухня мечты. Йоу-кисули, с вами я, Женяша, и сегодня долгожданная оценка домов. Сегодня я вам покажу топ-5 домиков, как обустроить свой дом на Новый год. Adopt Me просто вышел за пределы просто игры, где можно играть, прокачивать питомцев. В Adopt Me можно строить офигенные крутые дома. И сегодня, ребята, мы будем оценивать 5 домиков. Оценивая их домики, и я буду им дарить легендарные классные подарки. А также, ребята, кто круче всех сделает дом по вашему мнение, именно по вашим, ребята, по комментариям в этом видео, тот получит фрост дракона. Это будет легендарный подарок. Вот такого фростика мы подарим, кто лучше всех сделает дом по вашему мнению. Чтобы попасть ко мне на оценку, я делаю сейчас отбор у себя в ВК и в Инстаграме. Присылайте свои работы, понравившиеся работы, я им пишу, ребятам, и беру их на оценку. Так что, ребята, первая оценка начинается. Сегодня мы будем смотреть 5 классных домов. И, конечно же, ребята, обязательно пишите, чей домик вам больше всего понравился. У меня будет помощник Baby Girl Малика. Она будет мне помогать оценивать домики. И в конце видео она скажет свое мнение, чей ей домик больше всего понравился. Перед началом этого видео я попрошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. И если вы видите эту красную кнопочку, то нажмите на нее и сделайте ее серенькой. Я буду очень счастлива, если вы подпишетесь на мой канал. Юлия, 12 лет, живет в городе Среднеуральск, любит играть в Роблокс, хотела бы научиться рисовать, любит животных. У нее дома 3 домашних питомца, это шпиц Ричи, кот Кузя и кошка Муська. Начинаем оценивать домики, и у нас домик Юлечки 22, это ее ник, это ее домик, домик пряничный, который стоит 1850 баксов. Мой домик обустроен в новогоднем стиле, и есть секретка. В секретке построен ледяной замок, похожий на замок Эльзы. Вау, ребята, ну что, начнем, посмотрим, какая же нас секретка ждет. Итак, ребята, мы зашли к Юлечке домой, и посмотрите, это ее прихожая. Сначала мы посмотрим полностью ее домик, как она обустроила, а потом уже пойдем в секретку. Прихожая, она полностью у нее ледяная, у нее тут на стенах снежинки, и написано «Добро пожаловать в новогодний дом». Вау! А это ее гостиная. Ребята, будем показывать все очень быстро, чтобы все рассмотреть. Тут елочка просто топовая, везде красивые подарочки. Смотрите, как прикольно подарок она сделала. Гостиная очень красивая, мне она понравилась, прям стиль Рождества. Мы зашли в ее кухню, кухня просто офигенная, посмотрите, как тут все выглядит. Счастливого Нового года! Камин, снеговик, о, меня уже пончиком накормили, вау, это прям зачет, очень красиво, мне нравится. А это ее ванная комната. Merry Christmas. Тут стиральная машинка, еще одна елочка и туалет с раковиной. Поднимаемся на второй этаж, и тут у нас вторая гостиная комната. Вау! Еще один камин, диванчики. Мне очень нравится, как она оформила стены в красно-зеленом стиле. Классно, мне очень нравится. А это комната для питомцев. Топ-интерьерчик. Комната родителей и детей. Кроватки для малышей, диванчик. А тут что на втором этаже? Поднимаемся, а тут спальня для родителей. На первом этаже дети, а на втором этаже родители. Телек тут очень классный. Ребят, смотрите, какой топовый интерьер, как оформила Юлечка. Мне очень нравится. Идем в твою секретку, которую она сказала, что это что-то типа замок Эльзы. Во, пойдем. Куда нам идти? А как она? Вот так, ребята, мы перешли из этой спальни. Что? Обалдеть, ребята! Вот это огромнейший дом. Написано «Счастливого Нового года». Как она тут все обустроила. Заходим. Я просто в шоке. Вау. Смотрите, какие занавесочки на входе.
Обалдеть! Это просто капец, как красиво! Вау! Ребята, у меня слов нету! Какая тут красивая кухня! Вау! А можно просто говорить вау? Вау! Какая красивая гостиная! Я в шоке! Я просто в шоке! А тут еще один камин! Очень красивый интерьер, Юлечка! Я в шоке, как-то оформила все. Тут есть второй этаж. Вот сколько ты это все строила? Это же капец как долго, мне кажется, строить. Всего 4 дня. Ребята, она топ-строитель. Я просто в шоке. А Малика уже на троне сидит. Ледяная наша королева. Очень красиво. А ты что, комнатки какие-то? Да, вау! Тут ванная комната. Обязательно пишите в комментариях, как вам этот замок Эльзы. Но он просто кайфовый. Здесь посмотрим комнатку. А тут спальня. Ребята, это просто топ интерьер. Я в шоке, что за 4 дня вот так можно построить. Топчик. Еще компьютер здесь, окошки, телевизор. А тут у нас красивый балкончик. Ребята, ну это просто секретка и дом офигенный. Я просто в шоке от такого красивого интерьера. Юля реально видно, что очень постаралась. Если она за 4 дня это построила, это просто фантастика. Классный строитель. Ребята, обязательно пишите в комментариях, понравился ли вам домик и секретка Юли. Я хочу ей подарить подарки. Дарю легендарного оленя, рай черепаху легендарного, легендарного кенгуру, тачку Тиффани. А мне кисуля дарит яички. О, как это мило. О май гад, 9 легендарных яиц. Я просто в шоке. Надеюсь, мне выпадет там какой-нибудь легендарный питомец. Это осуществляется. Вот так, ребята, вот такие подарки она получила за свой классный крутой домик. У Юлечки вот такие подарки. Легендарный олень Flyride. Это питомец прошлого Нового года. Легендарная, классная, офигенная черепашка. И легендарный кенгуру. Легендарная тачка Тиффани. Для настоящих девчонок. Вот такие подарки мы подарили Юле. Соня, 10 лет. Живет в городе Бузулук. Немного фактов о ней. Начала готовить с 6 лет, есть даже свой инстаграм, где продает безе. Обожает строить дома в Adopt Me. В будущем мечтает стать ветеринаром или дизайнером. Будем оценивать домик Сони за Сони. Вот эта красотка. Вот ее домик, который стоит 589 баксов. Домик очень дешевый. В ее домике целых 2 секретки и сам домик освещен Новому году. Вау! Ничего себе, вот это мы зашли, и тут сразу нас встречает снеговичок. Ух ты, тут на первом этаже этого маленького домика кухня. Очень красиво, смотрите, какая красивая кухня. Мне очень нравится, симпатичненько все смотрится. Тут очень много книг. А тут что за комнатка, давайте посмотрим. Вау, это ванная комната. Ну я тут вижу, что тут полностью тема посвящена Новому году. Интерьерчик реально топовый. Ванна очень красивая. Мне нравится, смотрите, какая тут ванна с пеной, очень красиво. Еще задекорировала ванну. Класс, второй этаж. Тут просто получается диванчик и лампочки. Ух ты, ребята, подожди, тебе что, с двух сторон можно зайти в твой домик? Вау, это очень классно. Тут спальня, это что, мышка новогодняя, да? Спальня красивая. Вау, вау, вау. Реально классно, ребята, да? Давайте смотрим дальше, что же она еще оформила. Переход на секретку. Смотрим секретку. Вау, куда это я попала? Тут что, игрушки какие-то? Фабрика игрушек. Если тут есть фабрика игрушек, тут, наверное, есть Дедушка Мороз. Я всегда хотела попасть на фабрику игрушек. Это была первая секретка у Сони. Сейчас она нас ведет во вторую секретку в своем доме. Как я люблю секретки. О май гад, ребята, посмотрите, обалдеть, да тут просто огромнейшая секретка. Посмотрите на эту красоту, я просто в шоке. Соня, что ты тут построила? Обалдеть. Ну что, ребята, начнем смотреть полностью ее секретку подробно. Говорит, что это домик один дома. Какой классный дом. Кто смотрел, кстати, «Один дома»? Это просто офигенный фильм. Я его помню с детства, просто обожаю. И на Рождество, на Новый год смотрю этот фильм всегда. Он делал ловушки, да, преступников. Классно. Но когда один остался дома, его дом хотели ограбить грабители. Он делал разных ловушек, чтобы они не смогли их ограбить. Классно. Очень клевая тема она придумала. «Один дома».
А это что за домик? Ну, тут просто сказочный красивый домик. Он такой маленький. Дед Мороз. Он что, держит домик? Он ест пряничный домик. Что? Дедушка Мороз, пожалуйста, не ешь. Классно. А я думаю, что это за конструкция? И еще, ребят, смотрите, тут елочка. А что это за замок? Давайте посмотрим. Как тут красиво ночью. Посмотрите. Просто топ. Кто тут живет? Эльза. Тоже Эльза? Давайте посмотрим. Это такие ворота большие, да? А как нам туда пройти? Запрещено. Мы не сможем пробраться в этот замок. Хотела туда зайти. Взлететь на драконе и осмотреть ее сам замок. Просто его построила, ребят, вот так. Кажется, она может еще строить и строить этот домик. И я думаю, очень будет очень красивый. Обязательно голосуйте за Соню, если вам понравилась секретка Сонечки, а также ее домик. Конечно же, очень хочется подарить ей очень классные и крутые подарки. Даря подарки, я всегда спрашиваю, каких бы они хотели питомцев, которые у меня есть. Сонечка выбрала себе Райдодо, кенгуру легендарного, а также рободога Рай, карету тыкву с хэллоуинского обновления прошлого года. Сонечка, принимай трейд. Трейд осуществлен. У Сони вот такие подарки. Рободог легендарный. Кстати, он очень подходит к Новому году. Легендарный кенгуру Райт и легендарный Додо. Очень классная карета тыква. Вот такие подарки у нашей Сонечки. Настя, 12 лет. Город Среднеуральск. Увлекается пением, танцами и игре на пианино. Очень любит играть в Roblox и строить дома в Adopt Me. В будущем хочет стать певицей и блогером. Переходим к домику Нарлин. Ее имя Настя. Вот это красотка, а это ее ник и ее домик. Ее домик стоит 952 бакса. Мы начнем с секретки, а потом уже покажем весь домик. Потому что ее секретку надо смотреть ночью. Гоу, давай. Вау, обалдеть, ребята, как тут красиво. Happy Christmas, счастливого Рождества. Это домик Санты. Это Сани Санты? Красиво сделала Сани. Как он выглядит. Посмотрим, где же живет Санта наш. Ребята, посмотрите, как тут красиво. Это кухня. Тут офигенно красивая елочка, пряничный человечек и сама кухня. Очень красиво, ребята, бело-красный стиль. Получается, есть второй этаж. Как вы так это все красиво оформляете? Мне так нравится, когда вы делаете разные секретки. Это диванчик, а это пульт. Кстати, пульты я еще не видела. Мне бы так уметь строить. Да. Очень классно. Будет у меня побольше времени, я вам быстро очень классный дом, так как я очень люблю строить. Просто топчик, Нарлин. Ты красотка. Все красиво. Но, ребята, мы же не посмотрели ее еще домик. Так что, Нарлин, пойдем в твой домик и посмотрим, как же ты все оформила. Ребята, ну домик у него полностью ледяной, я вижу. Ледяные стены. Тут также есть елочка у входа. Идем на первый этаж. Тут есть снеговик, елочка. Классно, ребят, очень красиво. Смотрите, какой выход из домика. Дверь в виде пингвинчика. Что же тут по комнаткам? Вау, ребята, вот это интерьер. Просто топовый. Тут тоже есть Санта. Хо-хо-хо. Какая кухня, девочки. Я просто в шоке. Очень красивый интерьер. Кухонка зачетная просто. Я вам специально показываю от первого лица, чтобы видели, как делают девочки интерьеры. А это свечка и рождественский венок. Какая красивая спальня. Белый полярный мишка. Просто топчик. Это топовая спальня. Очень красиво все смотрится. Я просто в восторге от твоего домика, Настюха. Ванная комната. Тут раковина, умывальник, ящички, туалет. Привет, Ивана. Ребята, мне очень понравился домик Настечки. Она очень красиво постаралась. Я прям в восторге. Если вам тоже понравился, то, ребята, обязательно пишите в комментариях. Мы Насте делаем вот такие подарки. Мы дарим Flyride черепаху, Flyride Дина, а также Flyride Додо и легендарную карету для принцесс. А Настенька мне дарит Альбина Бета и Хрюшку. Спасибо тебе большое! Рейд осуществлен! У Нарлин вот такие подарки. Легендарная черепаха. Легендарный Додочка. Правда, няшка? Легендарный Тирекс. И настоящая карета для настоящих принцесс. Вот такие подарки у нашей Настечки.
Арина, 11 лет, город Чебоксары, занимается настольным теннисом уже 2 года. Любит готовить и танцевать, в будущем мечтает стать врачом. Завела свой ТикТок, мечтает о 1000 подписчиков. Переходим к следующему домику. Это домик Арины. А вот эта чекуля, а вот ее ник и ее домик. Ее домик стоит 589 баксов. То ее домик с секреткой городок Деда Мороза. Вау! Обалдеть! Вот это да! Я в шоке. Просто в шоке. Ребят, посмотрите, как тут красиво. Обалдеть. Она что, сидит на Дедушке Морозе? Арина, смотрите, тут Дедушка Мороз есть. Вау, какой красивый камин, свечки, столик. Это да, я думаю, маленький домик. А тут заходишь, а как тут красиво все оформлено. Какая красивая кухня. Снеговик. Вау, подсветочки. Тут печеньки. У нее еще тут печеньки есть, она приготовила. Да мы только зашли в ее домик. У нее тут такие коврики красивые на стенах. А вот смотрите, тут еще печенька. Хо-хо-хо, снеговик. Просто тут, ребят, очень красиво оформлено. Классно. Ванная комната, вау. Ребята, вот смотрите, как нужно выстраивать маленькие домики. Обалдеть, а тут у нас... Просто слов нет, ребят. Обалдеть. Спальня Дедушки Мороза. Обустроена. Классно. Говорит, что я не верю. Классно. Ребят, вот фантазия. Вот как ребята обустраивают дома. Это очень классно. Это слишком круто. Теперь магия. Все, переходим, ребята. Тут будет у нас магия. Ух ты, куда мы попали? Добро пожаловать. Вау. Ничего себе, какая тут офигенная елка! Ребят, смотрите, как можно еще сделать елочку. Топ-идея из блоков, кругляшков. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Новый год совсем скоро. Тут магазин елочек. Так, давайте заходим, смотрим. Тут продаются елочки, ребята. Любую елочку можно купить здесь. Класс. А тут что у нас? Смотрите, как красиво секретка сделана. Игровая для детей. Так, давайте заходим. Тут игрушечки, батутик красивый. Арина, ты крейзи, просто крейзи. А тут время. 12:15 уже, да? Очень красивая секретка. Сколько времени строила? Что, 3 дня? Ребят, ну это просто крейзи. За 3 дня построить такую красоту? Нереально, нереальная девчонка, просто чика. Мы Аринке дарим вот такие классные подарки. Легендарную черепашку, легендарного скелетрекса, легендарного Церверуса и оранжевую тачку Дуглас. Она мне дарит неоновую курочку Чикен. О, спасибо. Ребята, если вам понравилась секретка и домик Ариночки, то голосуйте за нее. Пишите в комментариях, что вы голосуете за Арину. И, конечно же, обязательно ставьте лайк. И трейд осуществляется. У Арины вот такие подарки. Легендарная Флай и Рай-черепаха. Легендарный Скиллет Рекс. Теперь это лимитный питомец. Легендарный Церберус. Как же он мне нравится. И легендарная тачка Дуглас. Алина, 14 лет. Город Санкт-Петербург. Любит играть в Роблокс. Поет, рисует. Снимает видосики. Смотрит аниме. Мечтает стать популярным ютубером или дизайнером. Хочет передать привет Арабке Стелле и Лапочке Уле. Домик Мэри Лисички. Вот эта красавица. И она нам пишет: мы посетим мой домик Мэри Фокс. Дом мечты. Вау! Ребята, у меня также пряничный домик, который стоит 1850 баксов. Вот это ее ник. Какой домик мечты у Мэри Фокс? Заходим в домик и посмотрите, какая тут красота нас встречает. Офигенная прихожая. Как красиво, вау. Везде гирлянды. Очень красиво. Какой диванчик, красивая елочка. Класс. Вау, какой тут шкафчик у нее. Вау, ребята, да это же дом мечты. Как тут классно. Какой красивый камин. Тут приходит Санта. Примерская мечты. Мэри-то тоже, ребята, стример. Очень красиво, свет тут. Как тут красиво. Ребят, просто посмотрите. Душевая, ванна, туалет. Полочки разные, раковина. Очень красиво. Спальня для детей. Детская и секретка. Очень красиво.
тут прачечная и зоопарк. Тут еще джакузи есть, пингвинчики, зоопарк с пингвинами, да? Вау, что это тут? Это кухня мечты. Это реально кухня мечты. Посмотрите, как тут все оформлено. Печечка, духовка, ящички, холодильник. Когда ты видишь домик и не знаешь, что тебя ожидает, это просто реально сюрприз. Как красиво. А тут что? А тут комнатка для питомцев. Тут прокачиваться полностью. А тут снеговичок у нас. И комнатка для питомцев. Классно, ребят. Очень красивый интерьер. Мэри, ты прям реально очень постаралась. Мне уже нравится твой домик мечты. Она говорит, иди за мной. Окей, сейчас иду за тобой. И что ты мне еще покажешь? Вау! Это комната. Ты очень красиво сделала. Ребята, ну я еще такой не видела. Компьютерный стол. Смотрите, сейчас такой столик, сидишь, разговариваешь по Дискорду, играешь в Roblox. Просто топ. Что же у тебя тогда за секретка, если у тебя дом мечты просто офигенный? О май гад, ребята, что? Это я? Женяша Санта? Обалдеть! Говорит, быстро делала. Классно, ребят. Ну, я реально чика, да? Вот смотрите, если я такой костюм одену, я просто буду фантастическая. Тут можно зарегистрироваться в комнате VIP. Давайте смотрим. Вау! Обалдеть, ребят. Это очень красиво. Это комната VIP, тут спальня. Очень круто. А ну, кыш, говорит. Круто. Ребят, если вам понравился домик и секретка Мэри, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях. Я хочу ей сделать вот такие подарки. Я ей дарю Райт Скелетрекса, Флай Черепашку, Тирекса, а также Райт, чтобы она его сделала, легендарную тачку Тиффани. И, ребята, совсем недавно у Мэри было день рождения, и я обещала ей сделать подарок. И я решила ей подарить неонового грифончика. Мэри, с прошедшим тебя днем рождения, и это подарки для тебя. Тебе с любовью. Спасибо большое. Она мне дарит оверборд любви. Буду кататься на нем. Спасибо большое. У Мэри вот такие подарки. Легендарный Скелетрекс. Легендарная черепашка Флай. Легендарный Тирекс Райт. И подарок от меня, Мэри Лисички, с днем рождения, неоновый грифончик. Ребята, на этом видео мое заканчивается. Мне очень понравилось оценивать домики девочек. И если вам понравился какой-то домик, то, ребята, обязательно проголосуйте и напишите свой комментарий, чей вам домик больше всего понравился. Кто больше наберет больше голосов, тот получит дополнительный приз Фрост Дракона. А с вами была Женяша. Всем пока, до новых встреч. Скоро новое видео про оценки домов. Пока-пока-пока-пока. А теперь к экспертному жюри. Мальке понравился домик Арины. А ваше мнение мы ждем в комментариях. Конец. Эту фразу услышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, кисуля.